сказать или молчать, стоять или не ждать, очень долго искать, чтоб все за миг потерять. Жизнь может горькою стать, по-больному бить, продолжать. Ты не игрок, тобой играет. Правил игры никто не знает, ты не в силах уйти, пока тебя не отправят, и смысл жизни найти. Его мало кто знает, я отпускаю твою руку и продолжаю. Я поднимусь высоко, пусть будет мне нелегко. Я займу выше, чем нишу, когда все лягут на дно. Я слышу стоны вагонов, но до конца далеко. Ты можешь сделать вид, что тебе не все равно. Пройди по краю, судьбой в ногу шагая, листая этой жизни путь. Тут тяжело будет свернуть, достичь мечты не так просто. Но если захотеть, никогда не поздно. Ты, главное, ставь себе цель, вызывая жизнь на дуэль. Не жалей ни силы, ни дней, пройдя насквозь тот туннель. Кримський шоу-бізнес розвивається, і це добре, що музична програма Доста радіокомпанії Крим активно пропагує саме музичну творчість. Тому що зараз дуже багато людей з'являються, які хочуть потрапити на кримську сцену і розвиватися як артист. От таким молодим, але перспективним артистом є Сем, з творчістю якого ми вам і пропонуємо познайомитися. Печаль свою на листе, и почувствуй боль ее ты вдвойне. Может, ты поймешь, как больно терять мысли со словами сложно связать. Я не считаю расстояния, которое преодолел. Я не сумел сказать люблю, но я достаточно смел. Где твой предел? Где твои воспоминания? Хотел бы я остаться там, но не хватает дыхания. Где желание? За что ты жил? Куда все делать? Это то, за что ты так дорожил. Это игра на двоих, где только ты и она. Но кто сказал вам, что вы любите, но есть только себя. И ведь так часто бывает, когда ты любишь и знаешь, что ты не ту роль играешь. Душа страдаешь, ломаешь себя, время теряешь ты зря. Может, когда-то она поймет твои слова. Знаю, цепь ногу шагая, листая этой жизни путь. Тут тяжело будет свернуть, достичь мечты не так просто. Но если захотеть, никогда не поздно. Ты, главное, ставь себе цель, вызывая жизнь на дуэль. Не жалей ни силы, ни дней, пройдя насквозь тот туннель. Осталось вовсе немного, но ты споткнулся и винишь Бога. Попробуй изменить ход истории, попробуй сделать сам первый шаг. И может, ты поймешь траекторию.